Ого, нагребла. Господи, Боже мой, що можна тягнути? Картина, корзина. Ой, вона непідйомна, Господи. Ну це взагалі. Глянув би, що ти там нагребав, ну вже Коля приїхав. Давай, шнелі. Кошмар, мені не підйомно вже. Мені даже не підйомно. Як це можна, що там нагребти можна, не можу зрозуміти. Що ти нагребла? Ти що, сумки пусті. Як ота бабки старючі, столітні ходять з такими клумками, так ото й ти. Ой-ай. Тягаться от это. Ні покоя, ні отдыха з тобою. Час ляжеш, п'ять встанеш. Давай з дороги. Пол четвертого. Ти вихіришся цілими днями. Та я нічого не спала. Да. Ти вчора при Ленці уснула. Да. Хирила. 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 Що це за хирила? Да. Я в 6 стою, в час лягаю. Хирила. Не знаю, що ти робила. Як кобиляки. Здоров'я. Тягають такі сумяки. Це просто непідйомне. Ну, понять, що ви це. Хирила. Оля, відкривай. Ой, холодина яка, туман. Привіт. Це просто. Подивись, що вона нагребла. Це непідйомне. Ну, понять. От що це? Що нам з цим робити? А я знаю. Хай назад сідає. Нічого впереді сидіти. Ой, тепленько Коля натопив, спасибо. Ой, кошмар. О. Шесть. Давай, давай, задня дверь, быстрее. Идешь, как по Тверскому бульвару. Что это, Коль? Ой. Став вот так, да. Вот это в пролет став, хай як стоит, так стоит. Нормально. Закривайте, бо холодно страшно. Давай, мама, господи, холодрига. Як не вмоститься? Чому не вмоститься? Ого, подимала. З такою ногою, мама, треба сидіти вдома. Та, звісно, нічого не робити, не лічитися нічого. Да. Сіви собі. Так. А все на місці. Да? Ти не лічишся. Так, звісно. Так, ти не лічишся. Це та, що не лічиться. Не лічиться нічого. Ні, ну так а що? З того ти що будеш лічитися? Лічитися треба з молоду. Ну ти про що сам вел? Нічого, поїхали. Все, от іменно, починаєш. Ногу подимала, лічитися ну, їде за 3-9 земель. Так, раз, стоматолога нема в Дніпрі. Нехер делать, шляться як найде. Та мені треба запас за этот теж за, ой, за свій диплом. Да, піду да, в техніку. За 40 гривень вона піде в техніку. Конечно. А чого це вони будуть красти? Вона 4 роки школи училась. Ви були в академії? Скажи, як же, 15 років пішла в академію. Вроді би я рожала і виходила заміж. 15 років, ще 22 років. Так, сильніше. Ужасно. Так, що взагалі не видно. Отак, отак. Молоко. І щось. І щось сильніше. Фільм ужасів отут можна знімати на сонячному. Це на набережній, ти видиш, який тут. Це тут вже розсіюється. Там вже все видиш.
багато, які у нас Києва. Главное, щоб хороші хорошо поставили. Через місяць. Да, прям такий врач, що прям в Дніпрі таких врачів. Через три місяці в світі ходила в частну клініку, і я прикажу, заплатила. Ой, вообще. Ну, это еще так. Это видишь, клиник, издалека видно. Оно было сильнее. Не понял. Просто он уже разошелся. Туман сумасшедший. Ну, тоже машина еле видно. А есть такое, вот мы с Еной ездили вообще, как молоко прям перед тобой. Блин, вообще. Да, ужасно, надо останавливаться. Останавливались и стояли даже голова такая. До кассы не будем, прямо туда и до сюда. Ну, ей надо бесплатный же билет брать в кассе. Ну да. По пенсион. Ты пенсионная взяла? А как же, все взяла. Диплом взяла. Вклади, що диплом буду йти в техніку. Все взяла. Що, не треба до каси? Паспорт. Ні, до каси. Ну там от теж пригородні каси. Не ті, що, а пригородні. Там, мене, електричка. Напротив туалету женського. Так, так, так. Тільки заходиш там. І там вже одразу можна купити білет. Ну так, да, безплатний. Не купити, а? Так. Дадуть, так, да, да, по пенсіонному, звісно. Показуєш, що це все ваше, так? А так там ходять. Ну на електричку, не на поїзд же скоростной. На электричке вот эти, им бесплатно пенсионерам. А сколько электричка Аида? 5 часов телепается до Мелитополя. Так может лучше было взять и плацкарт? Ой, Хаида на электричке, да, ну, и там плацкарт. Я посидю, ничего не могу. Я привык. Карт? Плацкарт идет в 2 часа ночи. Ну купе тогда. Ну в 2 часа ночи оно идут поезда. И нема что делать, хай тарабанится. Интересно, как над Днепром. Это туман. 5 часов веде. Ну, не 5, 7:18, а в 11 приходит. 4 часа. Да сейчас хоть бы не ждать, приехать, да посадить, да. Я карты взяла. Есть у вас куда карты? Я забыла вчера все. Какие карты? Ну, играл. А що, в світі нема там карт? Не знаю, я вчора не забула, думаю, візьму, а тоді спитаю вас. Ну, вона їде, щоб покрасуватися, піти туди, сюди. Та ну що красуватися, Савелло, мені не треба. Вернулась після від'їзду в Мелітополь, почти год назад. Виїжджала ж больна, забирали її в Мінськ. А тепер вернеться, поїде ще туди на водочний, в больницю. Фарсанетом, що вона жива, що який діагноз тут поставили та як її лічили. Я туди не пойду. Поїдеш, ні? Я буду на центральний ринок, там, де государственна клініка зуби вставляє. До ендокринолога не приїдеш, не покажеш, яка ти гарна. Бо там, де ти лежала. До свого врача. Ага. Света розказала, була за мене, каже. Та що таке, моя друга подруга теж була, не яка. Овощ. Що ж таке, каже. Та таке, каже, вже возраст і Светка сам. Виболіла Света. Ми ж на вокзал їде. Да. Може, де вокзал? А я знаю, що ти сюди поїхав. Через старый мост. Вот работают круглосуточно. Сказали, до конца года сделают мост вообще. Круглосуточно работают. Уже поставили вот эти вот. А что это? Ну что это? Мост ремонтируют, мама, люди, что это? Вообще поставили вот эти уже, видите, сколько много. Столбы ставятся. Ну это как мостик вот этот ставит. Где ходить пешеходом, вот это вот там оно. Кто хочет пешком идти. Молодцы, сказали, до какого-то декабря откроют мост. 20 какого-то. Это один только работает, да, в Днепре мост? Да что, все работают, и этот не перекрыли. В том году вообще перекрывали, а в этом году открытый. А так все работают? Ну, все работают, а да. А сколько их, 4? Да, 5 даже, по-моему. На мост. А что, нельзя? Ну, тоже в дороге. Вот смотри, какие уже следы поставляли от этого. Какой туман, да, сегодня? Вообще, я где-то слышал, что будут фуры где-то взвешивать, да, и по окружную чисто строить. Делали. А уже у нас, да, в Днепре? Ну, что-то... На Запорожской Филатов, трассе, да, да.
Да-да-да, правильно сделали, что нехрен этим фурам разбивать дороги. Если огромная фура, да, разворачивать, хай иди вокруг, нехер по городу шляться на фурах. Я только за. Во-первых, с ним очень страшно ехать, когда фура рядом. Огромно. Она и перевернуться может, и все, что хочет. Черте города. Фильм ужаса можно сегодня снимать в Днепропетровске. Про вампиров. Солнечный должен быть, я не, если туман утром. Да? Да. Ну, посмотрите. Будет солнечный. Обычно это старая примета. Ще й тарабаниш с утра, в 5 утра. Якого я собі завів? 20 минут 6. Я собі завів будильник, тарабани вовсю. Чи не будь 20 минут 6, наверное, ти в 5, без 10 5 тарабанила. Та ну, позже, що у мене часи брешуть чи що. Позже, не в 5. Я знаю, що Коля сказав, 8, ну, треба виїжджати. Ну, я смотрю, ти молчиш, я ж уже встала, я ж вкрада, я пол четвертого встала. Візьмеш оту маленьку сумку. Давай, давай. Барига. Ти як бари. Ну що це? Ну що це таке? Ну, открутила фонарик. Ну я знаю, а хто знає? Я його не трогала. Ото ж крутиш, ходиш. Нічого не кручу. Подожди. Звізда Шантеклера. Подожди, сама. Давай, машина стоїть, таксі їде. Ну зробай на быстрее. Ну зараз тобі це треба робити. Ну, вийди з дороги, машина ззаді їхати буде. Стоїть. Господи, помилуй. Встань сюда и делай. Вообще взяла паузу. А то как падаю, она выйдет. Вот, понимаешь? Дай сюда. На це. Держи, держи, держи. Давай, давай. Иди, сумка рассыпалась, палка. Дай сюда. С фонариком своим. Ладно, не кричи, время есть. Поспеши. Наделала? Да что я сделала? Ничего я не сделала. Я сделал. Я с твоей палкой. Я с твоей палкой хожу. Все, иди. Ой. Святый. Днепрогеническ. Шестая платформа. Шестая платформа. Давай, мама, давай. Пошли. Потеряешь. Ты не потеряешь. Ты не теряешь. Мама, child free. Вона не бере. Викинуть з маршрутки. Буде знати. Вот она, Днепрогеническ. Ще открыта она, чи не открыта, может, ще не подали. То люди стоять на электричку. Где там там? Ой, господи.
Бэйби там. Звезда. Да, я знаю, просто по течению. Шестая платформа, пошли. Вона приїхала. Це воно, де Коля? Де Коля їсти? Оце жона. Пішли. Де Коля? Де він дівся? Де Коля? Що не пойму. Мама одна проти всіх. А я знаю, де. Я не знаю, де. Тю, трубку не бере. Де ти є? Що ти там стоїш? Призрак Кінтервілля. Це ж на ту Кривий Рог. Це ж Кривий Рог туда і указатель, а на цю геніческ. Все, давай, мама, сідай і поїдеш. Ось, заходь, любий вагон, давай, який тобі ближе, давай, поки людей нема, давай. Света тебе не пропустить, Мілітополі, ти там така одна. Тут всего 6 вагонов. Всего 6 вагонов. Спайдермен. Спайдермен. Ну, это надо именно сюда. Именно сюда надо. О, нема. Давай, заходь, куда ты хочешь, давай. Заходь. Ой, мама, откуда я знаю, в яку оно сторону буде їхати? Господи, надо именно сюда и сейчас. Ну да, ви слідом, бо другої двері нема. Так. Да. Та молодежь отдыхает по сравнению с вами. Ну давай, если что, пересядешь на другую сторону. Вот сюда едете, молодой человек. А, это не подходит. А, Мелитополь, чтобы кто-то снял. Кто-то мне снял, бо я не достану. Ладно, успокойся. Найдешь хоть тебе снимать. Все, давай, пока. Все, пока. Набурчався с утра, Колечка. Та лізуть. Подойдешь до двери и лізуть следом. 150 дверей рядом открытых нет. Надо сюда, где больная эта Лиза с ногой. Нема другого місця. Молодь там ще. Зараз
Сейчас такое старшее поколение, что молодежь отдыхает. По хамству и по всему. Обсирайте меня дальше. Терпеть не могу людей, особенно с утра. Ой, ребятки, так сладко в квартире спать. Так удобно на этом диване, я даже передать не могу. Несмотря на то, что, казалось бы, вот такие, знаете, есть, ну, как сказать, вот ямки вот эти, они абсолютно не чувствуются. То есть ты лежишь спокойно на вот этих ямках, вообще никакого чувства. Спишь, я так сладко сплю, что просто кошмар. Ой, зайчик лыжится, да. Ой, хороший. Ничего, это у меня, не смотрите, что бардак на кресле, она будет чистенько, когда будет гардероб, да? Все будет красиво и чистенько. Ой, такой карапузик тут у меня лежит. Тоже спит со мной сладко, кочевряжется, покусав. Мамку провели, конечно, я такой нервный с утра, о, как Мегера. Когда не высплюсь, ой, ой, крутится, крутится, ой. Ах, ты евнух рыжий. Ах ты, тобі гарем, надо ж скошить, якщо б ти ними команду обігав, да? Ех. Вихирився біля самвелки, хорошо, да? І мене приспав, і сам виспався. Ах ти, красавець мій, любий. Ай, такий красивий, ай, такий. Ай, спи, зайчик, спи, тумба, Йохансен. Ай-яй-яй! Все, іди від мене. Ой, капец. Чистота, я прям любуюсь, сижу, не могу. Храпить, спить. Слухайте. Ой, як радіатор. Ай, да. З відкритими глазами слідить і спить, і храпить, і кряхтить. Ой. Вихирився. Їжджай в Мелітополь слідом. Там подруга твоя. Вже в Тітю Свєти там голову моруть.